Всем привет! Сегодня у меня на обзоре, как вы уже поняли, USB-шники с фикс прайса. И к чему эта вся съемка? На iPhone очень трудно найти нормальную зарядку, кроме оригинала. И в плане того, что оригинал неохота убивать там в машине, на в пауэрбанке. И я еще искал USB-шник, который хоть более-менее поживет и поработает, вот, допустим, на пауэрбанке с собой. Ведь вы его носите, там телефон кладете, USB-шник переламывается, и вы его рано или поздно убиваете. Оригинал убивать очень жалко, там 1000 рублей плюс ему цена, да? И вот я купил в фикс-прайсе два USB-шника, которые решил и проверить. Вот такой USB-шник, он уже распакованный. Сразу вам скажу, что вот этот выход здесь не работает сразу же изначально. Айфоновский. Вот этот не знаю, не проверял, потому что это старый iPhone. Вот этот могу проверить, в принципе, но он мне не нужен. Простой USB работает. Сегодня приобрел себе Flarks. 55 рублей цена там же. Вот такой сделан, как брелочек. Провод прорезиненный. С двух сторон нажимается. Вот такие места есть. Фокус. Фокус, фокус. Вот они. Раз. И с другой стороны два. Нажимаем и просто вытаскиваем полностью провод отсюда. Остается колпачок, который, в принципе, мы можем, если есть место, куда-то пристегнуть на пауэрбанке, либо на ключах. Но я думаю, долго он на ключах не проживет. Вот такой вот вход, чтобы подключить либо к зарядке, либо к пауэрбанку. Включаем пауэрбанк и подключаем к айфону. Смотрим, чтобы работал. Все, зарядка пошла. Как вы видите, зарядочка на айфоне идет. И теперь переворачиваем, потому что есть фальш. Контакты были, и такие зарядки попадались. Заряжает, то есть она именно двухсторонняя. Так что я советую вам приобретать вот эти именно зарядки. Если вам необходимо зарядить iPhone, именно вот эти зарядки приобретать в фикс прайсе для вот такого использования, когда не жалко, да? Вот это вот трихомудию покупать не стоит. Я вообще думал, в принципе, их не увидел сначала, вот это. Думал, что взять вот эту зарядку, вот эти нафиг обрезать и оставить один необходимый мне штекер вот этот. Но, как оказалось, он не работает. Это уже вторая, кстати, зарядка с фикс прайса вот такого плана, где много зарядок, и где именно не работает именно для айфона зарядник. Вот, еще нюанс какой, когда покупаете, есть такие же USB зарядки. Вот здесь в левом углу нарисован вид зарядки. Обращайте на это внимание и покупайте. Так что вот такой вот обзорчик. Что буду еще покупать интересное, либо нужное там, да? На что стоит обратить внимание. Буду делать обзорчик. Как обещают, у нас 5 вольт, 2 ампера. Посмотрим. Все, всем пока.